7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два маленьких бутербродика с колбаской, салатик снизу, сверху сыр сулугуни, и в духовке разогрел и посыпал бурьянчиком в виде укропа. Чашечка черно-зеленого чая. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка хлеба тоненьких, обжаренных на сковородочке. Масло сливочное сверху и красная икра. Украсил я все это оливочками. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, хорошего дня, удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка тоненьких хлеба, обжаренные на сковородочке, сверху морковочка по-одесски и два кусочка вот таких мяса. Украсил я оливочками и чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного дня. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два бутербродика, два тоненьких кусочка черного хлеба, маслечко, морковка по-одесски и два кусочка отбивнушечки. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два яйца пашот. Посмотрите, какие красивые получились. Сковородочки делал по секретному рецепту. Поэтому такие красивенькие, кругленькие. Проверяем. Все. Если яичко течет, значит все получилось. Украсил морковкой по-одесски, хлеб немного обжарил, чтобы он хрустел, маслечко капельку намазал и оливочками. Красотища! Приятного всем аппетита, удачного дня, хорошего похудения. Доброе утро, 7.00. На завтрак у меня два темных хлеба, обжаренных на сковородочке, чтобы хрустящие были, слегка обжарены. Паштет домашний из печеночки. И сверху морковка по-одесски. Украсил вот так красиво, вкусненько. Будет чашечка черно-зеленого чая. И 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка темного хлеба, морковка по-одесски и котлетка из куриного фарша. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного аппетита, всем удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня давно не делал овсяный блин. Делается очень легко и просто. 3 ложки столовые овсянки, 1 яйцо, ложка кефира. У меня домашний был, можно сметаны, если нет кефира. Все это перемешивается, солите, перчите по вкусу. Туда же я немножко сулугуни натираю. И все это, сковородка смазывается маслом, не в жиру жарится, а просто смазывается маслом. И сразу с холодной сковородки смазанное масло под закрытой крышкой с одной стороны, потом перевернули и с другой стороны. Вот так оно получается, не жарится, а томится, я бы сказал, с двух сторон. Украсил я сметаной, укропчиком, чашечка черно-зеленого чая без сахара. Всем приятного аппетита, удачного похудения. 7.00. На завтрак у меня вот такой красивый, классный омлет в микроволновке. Он делается, 2 яйца сюда, 3 ложки кефира домашнего, все это перемешивается, потом добавляется пол помидорчика, кусочек колбаски я добавил для вкуса, сыр сулугуни порезал кусочками, все это перемешивается, оно принимает вот такую красивую однородную массу, посыпал кинзой и укропчик. Очень вкусный омлет и чашечка травяного карпатского чая. Приятного всем аппетита, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.